Надо. Пам приключился на ножике. На кинетин. Блин, да не то, просто. Не то. Блин, установите глюки. Так, не сколько там утечек, интересно, я не знаю, установить-то. Стоит ли? Хотя можно пробовать, да, это что-то. Че я думаю? Блин, патроны где-нибудь. Ну что плохо. Патронов у меня нету. И сохранить при этом невозможно. Да, бля. Прострелил скотина. Сымите автомат. Во. Так, патрон у него есть, отлично. Теперь точно вам крышка придет. Давай, вылезай. Во, что-то я сразу не додумался, что здесь автомат лежит. Слава богу, не автомат был. Теперь у нас проблем хотя бы не будет с этим гадами. Готов. Контрольный выстрел в голову. Так, ладно, идем дальше. Так, токни. Да что, если я расстреливаю через бочки даже. Блин. Падай. Так, отлично, будем собирать патроны. Все-таки нужно. Уже проблема начинается. Без патронов просто не выживешь. Так, фонарь включаем. Все-таки играем на рейнджере, самый максимальный уровень сложности. Так, отлично, собрали. Так, мы писали, патрон есть. Да, пистолеты очень появились у нас наконец-то. Так, ладно, идем дальше. Так, тихо. Где-то скотин, который меня стрелял. Что по с дерева, а? Че же такие? Отлично, попали. Да что по таким бронебойным-то? Так, патроны. Патроны, конечно же, собираем. Не пропускаем ничего. Так, здесь, по-моему, ничего нету. Так, есть тоже. Фу, идем дальше. Почти дошли до той до той клетки, где у нас находится черный. Блин, тихо. Скотина. А хотя мы так уснесли, я думал, сейчас дробовик понадобился бы. Так, в общем-то, все равно его можно, думаю. При помощи штурмовой винтовки-то подавно снять. Бронебойный очень попался нам. С кучей брони просто. Напичкованной патронами и оружием. Ой. В общем, за всем мы добрались до этого места. Сейчас будет небольшой ролик, уж посмотрим. Артём, мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся, ничего не бойся, мой милый.
Мама, не уходи! Я совсем один. Ты не один. Ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Теперь я один. Так, в общем, у нас начинается следующая миссия, называется «На ребенок». Да, в общем, мы спасли черного. Теперь нужно его вызволить этого горящего поезда, с туннеля точнее даже. Да. Что такое вообще, конечно, непонятно, вывел из строя поезд. Почему он вдруг упал? Это разбился. Черный. Вверх. Тут хорошо. Вокруг сияние. Внизу трудно дышать. Плохо жить. Ну да, это точно. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. А. Я буду идти там, где сияние. Но рядом с тобой. Так, внизу у нас точно ничего интересного нет, так что можно там туда не спускаться. Блин, наверх не залезть. Идем дальше туда. Так. Салатички, патроны. Так, есть противогаз. Но противогаз, по мне кажется, не поврежден, так что все нормально, думаю. Мы с ним пока что побегаем. Пока что идем дальше. У нас, в общем-то, черный будет такой своеобразный напарник. Помогать нам немного с монстрами воевать. Плюс еще аптечки давать. Иногда фильтры те же. Да и помогать, в общем-то, даже со зрением. Да, это возможность, способность видеть в темноте. Так, ну с этим гадом точно не получится. Он нас явно сразу же прет, так что... Пройти незаметно мне не получится. Блин. Чё-то к зире этих всех. Так, а вот здесь что-то херово видно. Прям. Да, блин, гуманите, что-то вас. Чего вы нас не останетесь в покое? Монстры эти. Стражи. Да, вообще какой-то туман прям. Я помогу видеть. Наступил. А они что тоже видят? Так, они нас останут сейчас. Или нет, и будут нападать. Их вообще, может, даже не помню. Зря. Зря я начал стрелять, конечно, надо было попробовать. Мимо них пройти, может. Ну нет, это. Не понимают, как ты видишь. Бояться. Ну да, все, отстали. Устал. О, да, вот таким образом она помогает. Дает возможность видеть ее его зрением. Через всякую там. То есть всякий туман. Тьму и так далее. Когда они. Ой, черт, зря. Так, ладно, мелкий. Так, вот приключился, кажется, на эти. На кинжалы. Точнее, на ножики. Метать. Катить мне гранаты понадобится на ближайшем будущем попозже. Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. А где он вообще, интересно? Что-то я не заметил даже. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. Так, ну что у нас? Здесь у нас ничего пока нету, хотя можно просто пройти спокойно.
какая-то возможность. Хотя нет, сюда стоит спускаться, по-моему, спуститься на ледину. Там можно пройти спокойно. Так, у нас по картам еще фильтр, может не хватит, так что лучше торопиться сейчас проходить. По поверхности двигаться быстро. Блин, что такое? Эти что ли? Снова. Болотные твари. Наверное, так и есть. Это что-то прогнило. Так, тихо-тихо, осторожно, здесь надо идти. Надеюсь, эти карты не боятся. Блин, бежим. Черт. Так, здесь, ну да, точно. Голодных. Считают тебя пищей. Вы все носите вещи. Я тоже хочу, как ты. А, лучше ему это не делать, конечно. Зачем ему этим становиться человеком? Этому черному так. Что, залезть? Получится. Так, здесь, по-моему, здесь что-то есть, как я помню. А, мертвый демон лежит. Не знаю, кто вообще так уничтожил. Кто таким образом убил-то? Офигеть просто. Такую большую тварь убил-то. Ну да, сволочи эти появились. Ты где вообще? Дерево, ну чтобы отвяжись от нас, а. Да. Прямо задыхайся. Так, фильтр меняем. Вот так, отлично, сменили фильтр. Хотя сюда стоило сходить, потому что здесь у нас таким образом заметка, плюс еще фильтр имеется. Так, заметка 1. Миссия переправа. Так, я вспомнил, почему оказался неуязвим для черных. Да, я избранный, но я таким не родился. Меня избрали. Тот день, когда мы открыли гермоворота, мне суждено было погибнуть. Меня должны были разорвать твари. Но меня спас черный. Я оказался первым человеком, которого они встретили. Так получилось. И прежде чем я успел испугаться, он притронулся ко мне. Потому что именно так они создают связь. Со взрослыми им трудно, но с детьми. Дети еще не ожесточены, их душа еще не покрылась коркой. К ней проще притронуться. Я стал первым. Ну да, в общем, мы в том ролике раз видели, как Артем первый раз увидел... встретился с черными таким образом, создал с ними связь, так можно сказать, не физическую, а думаю, там сказать даже, наверное, другую. Так, ну что ж, идем отсюда. Все здесь, по-моему, все собрались, что надо. Пора двигаться дальше. Так, куда у нас черный-то ушел-то, маленький наш напарник? Так, нам, по-моему, ту сторону идти. Хотя могу ошибаться. Ох, блин, жесть. Пока выключим фонарик. По-моему, мне где-то должен быть... Да-да, вот он. Хотя подзарядить сначала. Точно. Подзарядим ПНВ. Будем его использовать в этот раз. Он нам больше понадобится. Хоть она, конечно, бывает ослепляет. Так, тихонечко попробуем пройти. Если получится. Хотя, думаю, вряд ли. Хотя, в общем-то, надеюсь на это. Хотя бы. Не хочется никого убивать, этих же черных, точнее, их стражей. Можно обвести таким образом еще, при этом, благодаря этим еще концовки хорошие. Что бывает здесь иногда, когда вот с черным, нужно будет, когда мы с черным идем, не нужно убивать монстров. В тех случаях, когда это можно и не делать таким образом. Пройти спокойно стелсом. Хотя, бывает ситуация, когда это не получится сделать. Постараемся действовать тихо. Да, а здесь получится. Они все-таки сами напали. Да, сами напали все-таки. Не получилось пройти незаметно. То они здесь ловушка была такая, что ли? Поджидали кого-то. Жди жертву свою, чтобы разорвать в клочья. Еду.
Берем все, что здесь есть. Идем дальше. Так, по-моему, здесь у нас более-менее светлее будет, да? Надеюсь на это. Хотя нет, так же темно. Так, он уйдет. А, фиг маслом. Блин, давай, Валесер. Во, молодец. Послушался нас таким образом. Так, это вниз спуск. Наконец-то снова, да. Ох, на белый свет. Да, прямо на встречу с демоном, летающим этим гадом. Переростком, летучей мышью переростком. Я бы так его, в общем, называю. Так, ладно, идем тихонечко. Самое главное, не привлекать внимания. Оп, смотри, я как ты. С вещами. Зря надел эту чертову одежду. Для него это мейер не подходит. Черта. Так, а здесь ничего-то нет полезного так-то. Как видно. Блин, чертов демон. Ну просто отлично. Искупнулись этой противной водички. Очень приятного цвета. Где полно этих чертовых болотных этих тварей, которые мы видели в одной из миссий, когда по болотам бродили. Блин. Давай, Диста. Черт, не сбил что-то. Ладно, был по нему не стрелять. Блин, понять вообще, куда идти, сейчас вспомню-ка. По-моему, туда, в ту сторону, как раз. Да, точно, в ту сторону. Только вот, очень постоянно там лёд проваливается, я не могу. Хотя, вообще, мне надо прыгать. Только где прыгать, блин? Да, блин, почему туда постоянно ныряю? Ёпрст, ну что ж такое? Дурдом какой-то. Почему постоянно туда не могу прыгнуть никуда, блин? Да, блин, да, движись меня. Да, блин, да, не застревай. Да что вас дерет? Откуда вы себе соберетесь? Блин. Постоянно... А, вот хотя бы сюда напрягать надо. Залезть сюда нужно. Чёрт, я что-то заплутал просто. Ай, так, ладно. Так, фильтр менять нужно. Давай, давай, давай. Лучше их ешь, а не нас. Вот еще один, кажется, мертвый демон. Так, все, валим. Самое главное, блин, не провалиться. Так, прыгаем на этот вагон. Можно перебираемся. Блин, да что ж такое проваливается? Ай! Да что ж такое? Не везет мне никак, а? Блин, я... Так, где оказался? Блин, что это они могут опрыгнуть? Вот что непонятно. Так-то мы должны туда запрыгнуть именно. Во, сейчас получилось. Набегу. Так, тихонечко. Бежим просто, бежим, быстро бежим. Здесь с ними лучше не сажаться. Собрать, конечно, вот. Что-то здесь есть, и валить. Так, все собрал. Давай, 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 иди отсюда. По своим путем, дорогой. Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Вы убили всех. Своих. Странно. Глупо. Зло. Ну да, в общем-то он прав, точно. Так, в общем-то сейчас, по-моему... А, хотя нет. По-моему, на этом месте как раз заканчивается вот это. Увидимся в следующей миссии. Так, миссия мост.
Так, ну что ж, продолжаем, в общем-то, проходить метро Лослайт. Так, ну что ж, продолжаем. Ой, так. Да, предыдущая миссия была очень сложная, достаточно. Так, ну ладно, идем дальше. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Ну это не да. Красные, злые. Ну да, красные злые точно. А зеленые добрые. Ну прямо к сталкеру, в общем-то. Там тоже помещались на карте красным цветом. Плохие враги желтым. Нейтральные, зеленым дуб, то есть зеленым хорошие, к нам положительные отношения имеют. Ну и белым убитые. Так и здесь, видимо. Все-таки игру разрабатывали на почти что одни и те же студии. Выходцы из GSC Game World. Ну, что такое мигает? Ох, снайперская винтовка, блин. Но. Нет, я-то. Мне точно не надо. Не подумаю, снайперские стрелять. Не по ничему. Людям, с людьми воевать мы не будем. Да и в общем-то. Будем проходить стелсом, не нейтрализовывать их, не убивая. Не убивая. А вот для монстров точно. Получше пусть все-таки быстро стреляющий автомат, а не снайперская винтовка. Так. Надо тихонечко, стоит незаметно мимо них прокрасться, чтобы они нас не заметили. И самое главное, этот демон. Так, тихонечко ждем, пока они там. Немножко поболтает о чем-то. Так, давай поворачивайся, дружочек, поворачивайся. Молодец. Идем тихонечко, осторожно, самое главное, не привлекая внимания. Погода нам в этом поможет обойти их тихонечко. Как будто там благоволит таким образом. Так, тихонечко обходим. Уходим осторожно. И самое главное. Блин, так что-то меня подлагануло. Так, тихо, 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 что-то. Память может кончать уже, наверное. Так, здесь осторожно, самое главное. Понизу пройдем осторожно, чтобы нас не заметил. Этот. Верзила. Золотые, красные, сильные. Ну да, слава богу, он схватил того. Потому что я бы тогда его с ним разобрался. Так, тихонечко идем. Эту миссию стоит пройти стелсом. Блин, так чем меньше колесо лагает, конечно. Из-за того, не знаю, память что ли кончается уже. Так, пока что спит у меня здесь не будем. Их много. Ну да, что-то их многовато здесь. Надо тихонечко их пробовать обойти. Не дать нас, чтобы нас заметили, чтобы нас не заметили. Так, отлично. Блин, гад. Все-таки заметил. Все-таки заметили, сволочи. Бежим, бежим. Я не хочу просто не тратить патроны. Так, кажется, вообще не туда пошел. Да, не хочу на них потратить патроны. Не хочу, я пошел лучше. Ну, потому что все-таки не стоит. Если есть возможность от них убежать. Да, они, в общем-то, мы просто мимо не побежали. Не тронули их. Спокойненько. Отлично, в общем-то. Так, фильтры кончаются, пора менять. Так, идем дальше. Самое главное сейчас не быстро идти, потому что фильтра может не хватить просто. Тихо. Так, включим кафонарик, вот у нас просто спалит. Блин, давайте, давайте. Я вас не хочу тревожить. Вы спокойно там. Питайтесь чем? Чем там нам надо питаться? Идите. Мы нас обойдем тихонечко. Надеюсь, что я обойду. Так, кажется, почти что обошли. Осталось только вот. Ой. Патроны берем, конечно же. Блин, надеюсь, не заметит никто.
Так, отлично, так, тихо. Здесь ничего нету. Точно. Идем дальше. Так, по-моему, их обошли спокойно. Не привлекли внимания их, надеюсь. Да-да-да, так и есть. Фильтр берем. А что с ним случилось, непонятно. Так, по-моему, все, да. Обошли их. Тихонечко. Так, здесь у нас фильтр. О, пистолет какой. Или это не пистолет, а что-то. Так, а у нас куда лестница, интересно. Нам туда надо и нет. Хотя, черт, возможно, не надо. Опс, да, как раз туда и надо, точно. Так и есть, нам туда и нужно. Так, ключ сейчас ПНВ, потому что он нам здесь точно понадобится. Фонарик привлекает внимание. А от ПНВ нет, но зато благодаря ему да, хорошо видно. Хотя так видно нормально все пока что. Значит, им как раз туда и нужно было. На счет зря я туда спустился. Потому что там могло очень полезно быть. Ну ладно. Тихонечко идем. Не торопимся. Хотя врагов-то здесь, по-моему, не должно быть. Так, патрон собираем. С людей. Таким образом. Тихо, вот этого... Блин, ну этот гад мне что-то не очень нравится. Мне придется с ним разобраться. Хотя, может, потихонечку обойдем. Носачи. Так, питайся, питайся. Хорошо, поправляйся, а мы пошли дальше. Так, поехали. Нужно перебраться на ту сторону моста. Будет весело. Не знаю, что напоминает мне, конечно. С этим гадом все равно придется посражаться. Хотя, может быть, их можно, можно не убивать. Чё-то демон дубный. Ну вали отсюда, вали. Вали, вали отсюда. Нам не по пути. Внизу эти гады обломятся таким образом. Не смог нам попить с нами. Вот зараза. Что потери? Ну снова испортил нам это путешествие на ребятке. Я уведу его. Большой, но глупый. Ну да, точно. И неповоротливый при этом, мне кажется. Ты очень быстрый, устал. Но я работаю. Ну да, спасибо, конечно, молодец, конечно, черный, помогает постоянно. Все-таки благодаря ему наш главный герой выжил, наверное, в этом случае, в этом моменте. А то бы этот засранец просто порвал в клочья бы нас. Так, включаем фонарик. О, противогаз, но хотим иметь, мы его не будем. Так, здесь у нас патрончики, побираем. Птичек пока нас хватает. Так, ну, по-моему, ту сторону нужно будет или нет? По-моему, да, так и есть. Идем дальше. Так, или нет? Начни... А, не сюда, хотя. Надо вспомнить, что... А, хотя, вот, да, вот проход. Вот как раз этот проход, куда нужно идти дальше. Так, 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 тихонечко смотрим. Блин, иногда это что за фигня? Тебя зовут из-за двери. Почему? А, какой двери? О какой двери он говорил, интересно. Я что-то не вижу никакой двери здесь. А, вот он. Так, какой он двери, интересно, говорил, так не понял. Так, надеюсь, мне фильтр хватает, потому что не хотел, чтобы у меня не кончились на самый необходимый, ненужный момент. В общем, заканчивается там раз миссия. Так, ну что ж, следующий месяц начинается. Так, путь даем. Ну, в общем-то, в этой месяце нам придется немножко побывать люди с людьми. Будем как раз действовать стелсом, никого не убивать, чтобы получить хорошую концовку. Это достаточно просто в этой игре сделать по сравнению с Метро 2033. Здесь, конечно, стелсом немножко облегчили все-таки. Как я говорил уже, наверное, в начале прохождения своего. Сам первой миссии. Так, ну что ж. Сейчас у нас загрузится игра. И, в общем, продолжим. Так, ну что ж, ну начали. Начнем. Так, у нас 10 литров хватит хотя бы. Так, 46 секунд это осталось. По-моему, в этом месте мне как раз в прошлый раз не хватало фильтров. Так, пора менять, наверное, все-таки, хотя не знаю. Немножко подождать, наверное, лучше.
Да, погода, конечно, уже некуда. Но стоит заходить сюда, особенно там, что здесь фильтр как раз есть. Кому уже может фильтра не хватать просто. Мне как раз благодаря этому фильтру и выжил, в общем-то, который здесь нашел. Так, 15 секунд, ладно, поменяем. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Угу. Ну, это явно хорошие люди. Торговцы, точнее, которого сейчас мы, в общем, кое-что прикупим. Это я точно место помню. Так, сюда залезть почему-то нельзя. Просто пробовал много раз. Да, не залезает никак. Нужно просто какая-то, не знаю, еще какой-то ящичек, не знаю, чтобы залезть туда. В этот вагон, может, что там полезно есть. Хотя, думаю, вряд ли. Там ладно, люди. Идем. Боятся, что на них нападут. Но не злые. Ну да, это я же говорил, в общем-то. Да, так и есть торговцы, которым мы сейчас кое-что прикупим. Не злые, в общем-то, добрые. Так, показалось. А, это цепь шатается, лежит. Валяется, то шатается, точнее. Так. Ящик, в общем, есть. Так, закрыто. Жалко. Так, а нас там что такое? Нет ничего. Да, здесь ничего так полезного нету. Кто такой? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з порісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Ага, понятно. Люди з этого лісницького, в общем-то. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекурс ще хвилин. Это украинцы, что ли? Даже не перевели, в общем-то, на наш язык русский. Их слова-то. Точно. Явно. Украинцы. Украинцы, и как там, что называют. Да. А сейчас перевели. А что тогда не перевели? Или не, в общем-то, а ладно. Наши локализаторы. О, патрончиков сейчас прикупим. Хотя мы патронов-то маловато у нас, точнее, этих денег патронов. Ну ладно, сейчас мы, думаю, все не нужно продадим. Дробовику патроны, конечно же. Так, это оставим. Это мы у нас на как раз патроны эти нужны. Так, патрон снайперский. Прикупим патрон снайпер к автомат. Так, ну все, кажется, нормально, прикупили. Так, эти мне точно не нужны, и пусть им не буду. Вот эти понадобятся, эти тоже продам. А, хотя наоборот. Вот эти мне нужны больше всего. Зажигательнее, чем взрывчатка обычно. И кинжалы. Так, а что ну там у него патроны? Оружие, точнее, посмотрим. Хотя можно модифицировать нашу пушку. Попробовать. Если что-нибудь получится. Так, вот я прицел попробовать, что ли. Так, да?